Всем привет, друзья! У микрофона Люк. Вы находитесь на официальном YouTube-канале FUGAME. Мы продолжаем рубрику мини-тестов в рамках игры Lineage 2 Classic. И сегодня будем проверять, как же проходит у нас слип или сон. Кому как больше нравится. Что будем делать для этого? Для этого будем кастовать этот самый сон на ЕЕшку 56 левела с ЕЕшки 52. И будем делать это в разных вариантах. Сначала просто со скиптером новичка. Затем будем... бафать баф на себя дух Берсерка и Эмпауэр, чтобы посмотреть, влияет ли маг-атака в статах. Далее будем пробовать с сосками то же самое. И будем пробовать с плюс шестым демон стафом, посохом демона. И смотреть, влияет ли маг-атака палки на прохождение слипа. Стоит отметить, что на 56-й ешке, дабы приблизить ее к реальности, да, к повседневной, набафан второй МДФ от ППшки, это плюс 30% маг защиты. Набафан четвертый ментал от самой же ЕЕшки. Вот, и у нее люксоровская топция бежа. Топция люксор, так называемая. Вот. Ну что ж, давайте пробовать, смотреть. И, как я говорил, начнем со скиптера новичка. Да, еще на мне набафаны ускорение ГМа, это... чтобы побыстрее кастовать с Акуменом вместе. Ускорение ГМа никак не влияет на прохождение этих самых дебафов, не увеличивает магическую атаку, как видите, в статах 64 М-атаки всего лишь. Вот, поэтому влияет только на скорость каста у нас. Количество МП еще там добавляет. Итак, один из одного прошел у нас слип пока что. Один из двух. Один из трех. Один из четырех. Один из пяти. Два из шести. Два из семи. Два из восьми. Три из девяти. Четыре из десяти. Так, вставать будем по 15 раз. 5 из 11. 6 из 12. Ну вот половина сейчас прошло, по сути. 6 из 13. 6 из 14. И последний каст. 6 из 15. 6 слипов у нас прошло и, собственно, 15 накастованных. Это со скиптером новичка. Теперь пробуем также покастовать, только бафнем на себя дух Эмпауэра. Да что ж, я его духом Эмпауэра называю. Воодушевление, в общем, и дух Берсерка. А вместе этот баф дух Эмпауэра будет пусть называться. Итак, кастуем слипы. 0 из 1. 0 из 2. 1 из 3. 1 из 4, 2 из 5, 3 из 6, 4 из 7, 4 из 8, 4 из 9, 5 из 10 там было, 6 из 11 сейчас, 6 из 12, 6 из 13, 6 из 14 и тот же самый результат. Абсолютно ничего нам не дал сейчас дух Эмпауэр, да чтоб его, дух Берсерка и Эмпауэр, поэтому снимаем мы их и можем сказать, что... даже разброса не было. Точно такие же цифры мы получили. Хотя разброс здесь вполне возможен. Далее будем то же самое пробовать с сосками делать. Посмотрим, повлияют ли как-то соски у нас включенные или нет. Как минимум на скорость кастов этого слипа повлияет, чтобы быстрее. Так, у нас уже один из двух прошел. Один из трех. Один из четырех.
2 из 5. Три из шести, три из семи, четыре из восьми, четыре из девяти, так, пять из десяти, половинка, мы сейчас вернем Grimcast, так, пять из десяти у нас было, пять из одиннадцати, 5 из 12, 6 из 13, 6 из 14 и 6 из 15. Снова точно такая же цифра. Я причем даже удивлен, что нет разбросов плюс-минус 1. Ну, вот как-то так. Хотя выборка не очень большая, не имеем мы возможности в мини-тестах делать большие выборки, получаем только общее представление. Итак, а теперь будем мы смотреть посох демона. Может быть, все-таки магическая атака пушки каким-то образом влияет на прохождение этого самого слипа. Давайте попробуем. Так, 0 из 1 пока что. 0 из 2. Так, 1 из 3 прошел. 2 из 4. 2 из 5. 3 из 6. 4 из 7. 4 из 8. 5 из 9. 6 из 10. Семь из одиннадцати, семь из двенадцати, семь из тринадцати, семь из четырнадцати и последний каст прошло 8 из 15. Ну, сложно сказать, я бы сказал, что это разброс, да, плюс два, там плюс минус два, это все-таки разброс, нету какого-то колоссального прироста. Но в целом, возможно, как-то немножечко и влияет. Хотя, скорее всего, это разброс. Нету такого, что у нас прямо все слипы из плюс шестого демонстафа, да, в отличие от скиптера-новичка. То есть, если брать разницу в маг-атаке этих палок, которая колоссальная, и разницу в количестве пройденных слипов, ну, можно сказать, что палка вообще практически никак не повлияла. Хотя, по логике, там... То, что говорят, что палка там сильно влияет, должна прямо вот вообще все проходить. Но нет. Что ж, хорошо, давайте посмотрим теперь, как повлияет то, что мы снимем 4-й ментал с 56-й ЕЕшки. Проверим. Итак, снял я с 56-й ЕЕшки ментал, и теперь будем тестировать, ну, пусть с демон стафом, неважно. Сколько слипов пройдет на нее. Итак, один из одного. Один из двух. Два из трех. Два из четырех. Три из пяти. Четыре из шести. Пять из семи. 5 из 8, 6 из 9, 7 из 10, 8 из 11, 9 из 12, 10 из 13. 10 из 14 и
11 из 15. Вот это уже больше похоже на прирост, то есть мы видим, что там, если у нас по 5, да, проходило по 6, то здесь уже 11 слипов прошло, это там больше 2/3. И мы видим, что действительно, ну, ментал — это наиболее влияющая вещь на прохождение там слипа. И с рутом примерно та же самая история, что и со слипом, просто его здесь менее удобно сейчас было показывать. С вами был Люк, спасибо всем, кто посмотрел, оставляйте свои комментарии под видео, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на канал, увидимся с вами в следующих тестах, всем спасибо и пока-пока. We'll be right back.